С первых минут открытия выставка техники обмундирования получила широкий интерес не только у приглашенных ребят, но и у прохожих, которые невольно останавливали взгляд на представленном многообразии и с удовольствием подходили, чтобы сфотографироваться или примерить настоящий шлем или бронежилет. В такой развлекательной форме представители департамента охраны проводят профилактические мероприятия уже не в первый раз. Подразделение департамента охраны – это единственное подразделение, которое работает в круглосуточном режиме. Основной отличительной чертой является то, что это наиболее оперативное и мобильное подразделение. Они прибывают на место преступления в кратчайший срок. Основная функция департамента охраны – это обеспечение имущественной и личной безопасности наших граждан. На особом счету в штатном расписании сотрудников департамента охраны – собаки. Именно они зачастую помогают в поимке опасных преступников. Николай Заболотнев со своей четвероногой помощницей Норой не раз смогли отличиться во время задержаний. Сегодня именно этот правоохранительный дуэт в числе главных гостей праздника. Тяжело в учении, легко в бою, конечно. Дрессировки, тренировки, как и людям не хочется заниматься, хочется побаловаться, побегать с другими собаками. И когда начинаешь, бывает и покричишь, бывает и где-то наругаешь. Ну, все равно там со временем у нас получается, успокоимся и она, и я, и работаем дальше. В зале кинотеатра «Беларусь» ребята ожидала демонстрация роликов о деятельности департамента охраны, а также личное знакомство с Норой, которая удивляла гостей мероприятия своими разыскными умениями и дружелюбием.